массовое уничтожение людей по расовому национальному. Создан донорский лагерь «Красный берег». Чего? Молодцы, уже написали. Вот у вас должно получиться. Так и так. Получаем значки. А теперь вот это было написано письмо. И таким образом солдаты, зная из каких-то еще исторических моментов, связанных и в целом прокуратурой Республики Беларусь, Барановической прокуратурой. Но мы это видим, понимаем и знаем. Поэтому...